Уважаемые пассажиры, троллейбус работает без кондуктора. Пассажир обязан оплатить проезд сразу после входа в троллейбус. Оплачивайте проезд банковской картой, картой подорожной или льготным проездным билетом, приложив карту к одному из навигаторов, расположенных на горке. Заставская улица. Укрепите радиосвязь.
убрать свои вещи в салон троллейбуса. А еще оставим следы в салоне. И неизвестно сообщать о кондукторе или водителю. Thank you.
Кольцовская улица. Уважаемые пассажиры, троллейбус работает без кондуктора. Пассажир обязан оплатить проезд сразу после входа в троллейбус. Оплачивайте проезд банковской картой, картой подорожник или льготным проездным билетом, приложив карту к одному из валидаторов, расположенных на поручнях. Для приобретения билета за наличный расчет необходимо на остановке обратиться к водителю. В троллейбусе работает видеонаблюдение.
Следующая остановка – бассейн. Уважаемые пассажиры, напоминаю вам, что при избежании получения травм пассажиры обязаны включаться с
торговый центр. Следующая остановка – поликлиника номер 51. Остановка – поликлиника номер 51. Следующая остановка – Сатибанка.
Белградская улица. Следующая остановка – Будапештская улица. Уважаемые пассажиры, троллейбус работает без кондуктора. Пассажир навязан оплатить проезд сразу после входа в троллейбус. Оплачивайте проезд банковской картой, картой подорожник или любого проездного билетом, приложив карту к одному из валидаторов, расположенных на поручне. Для приобретения билета за наличный расчет необходимо на остановке обратиться к водителю.